Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1404. И нам нужно сравнить, во-первых, x и x в квадрате. То есть выяснить, что больше x или x в квадрате. И тут все зависит от того, какое у нас x. Давайте рассмотрим два варианта. Первый вариант x больше, то есть x меньше нуля. Если x меньше нуля, то x в квадрате, это x умноженное на x, будет больше нуля, потому что произведение двух отрицательных чисел – число положительное. То есть x в квадрате у нас будет больше нуля. И любое положительное число будет больше, чем отрицательное. Поэтому в этом случае будет x в квадрате больше, чем x. Если x у нас равен нулю, то и x в квадрате тоже равен нулю. Поэтому в этом случае x будет равняться x в квадрате. И еще один вариант рассмотрим, когда x больше нуля. Казалось бы, в этом случае тоже x в квадрате должен быть больше, чем x, потому что тут-то мы x на x умножаем x в квадрате. Тут всего один x, но на самом деле не все так просто. Давайте рассмотрим такой пример. X равен 0,2. Тогда x в квадрате это 0,2 умножить на 0,2. 2 на 2 – 4, но 2 знака запятой нам нужно отделить. То есть получаем в итоге 0,4, а 0,2 будет больше, чем 0,4. Поэтому x будет больше, чем x в квадрате. Но если мы возьмем число, которое будет больше единицы, ну, допустим, 2, то тогда действительно x в квадрате будет больше, чем x. Если x у нас равняется 2, то x в квадрате это 2 на 2 или 4, тогда x в квадрате будет больше, чем x. То есть тот случай, когда x у нас положительные, можно разделить на два случая. Когда x положительный, то есть больше нуля, но меньше единицы, тогда x будет больше, чем x в квадрате. И второй случай, когда x у нас больше единицы. Тогда x в квадрате будет больше, чем x. И на самом деле остается еще последний один случай, когда x равен единице. Если x у нас равен единице, тогда x в квадрате тоже равен единице, потому что 1 на 1 – это единица. Тогда x будет равняться x второму. То есть в данном случае у нас не будет большего числа. И также нам нужно сравнить x в квадрате и x в кубе. Также рассмотрим несколько случаев. Первый случай, когда x меньше нуля. Как мы уже говорили, произведение двух отрицательных чисел, число положительное, то есть x в квадрате будет больше нуля, но x в кубе это произведение трех x, то есть три отрицательных числа у нас, и это отрицательное число. Любое отрицательное число меньше любого положительного, то есть x в квадрате будет больше, чем x в кубе. Второй случай, когда x у нас больше нуля. Также рассмотрим здесь два случая. Когда x больше нуля, но меньше единицы, и как в первом случае с x и x в квадрате. У нас получится, что
x в квадрате будет больше, чем x в кубе. И давайте на конкретном примере это продемонстрируем. Ну, допустим, пусть у нас x равняется 0,3. Тогда x в квадрате это 0,3 на 0,3, 0,9, два знака после запятой, а x в кубе, 3 в кубе это 27, но будет 3 знака после запятой, то есть 0,27, то есть действительно будет x в квадрате больше, чем x в кубе. Но если пункт b, у нас x строго больше единички, вот тогда x в кубе будет больше, чем x в квадрате. Ну, допустим, x у нас 3, тогда x в квадрате это 9, а x в кубе это 27. Ну, а 27 больше, чем 9. Ну, действительно, x в кубе будет больше, чем x в квадрате. И третий вариант, когда x у нас равен 0, тогда x в квадрате и x в кубе это 0. И, то есть эти две величины будут равны друг другу. А если x это единица, то тоже x в квадрате и x в кубе это единица, и эти две величины тоже будут равны друг другу. И выполнили задание 1404. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.